друзья, добрый день. Сейчас у нас будет ремонт стиральной машинки Мили Professional онлайн. Что у нас здесь получается? У нас вот есть клапан, смотрите, я вам сейчас покажу. Вот, если вы меня слышите, то у нас здесь стиральная машинка Мили показывает, что при стирке у нас нет набора воды. И при том это происходит всего лишь на одном из полосканий, на последнем, так называемое суперполоскание, когда она льет у нас горячую воду. Соответственно, практика показала, что в таких случаях у нас горят вот такие клапана. Вот у нас их две штуки. Один сгоревший, один целый. Вот он, смотрите, один сняли. Сейчас вот он. Вот. И сейчас нужно будет его туда аккуратненько одеть так, чтобы еще и ничего не вырвало. Сейчас это проблемно и держать, и одевать. Все, есть. Сейчас мы подсоединяем к нему питание, которое я уже сделал. Все, развернули, поставили. Все. Теперь у нас стиральная машинка будет нормально заливать воду, потому что на последнее полоскание, если стоят такие установки, она у нас доливает горячую воду. А это именно клапан горячей воды. Вот смотрите, я вам сейчас покажу. Вот у нас есть здесь три клапана. Вот, сливной. Техническая вода, горячая и холодная. И вот на последнем полоскании он добавляет горячую воду. И если этого не происходит, он показывает ошибка набора горячей воды. Можно нажать старт дальше, и она будет дальше работать. Ой, ё-моё, как здесь жарко, это капец. Первый раз я снимаю как раз видео на фронтовую камеру телефона. Все, в общем-то, мы закончили, клапан поменяли, ничего сложного здесь не было. После этого машинка будет благополучно работать. Вот это был один из будней мастера по ремонту бытовой техники. Все, друзья, всем спасибо, пока.